Все сам плюс. Все для здоровья, бытовой техники, уплотнители для дверей, полки и ящики, компрессора и другие запчасти для холодильников. Карла Маркса 183, Завинягина 6А. Не стоит пока надеяться на то, что бабье лето наступит, ну, по крайней мере, в ближайшие дни. Но мы все равно будем надеяться и верить, что теплые завершающие лето деньки еще впереди. А пока прогноз погоды на среду. Итак, 5 сентября в Магнитогорске будет прохладно, но сухо. Ночью плюс 8, плюс 11. Уже утром потеплее до плюс 16. Днем термометры покажут плюс 17, плюс 18, но будет пасмурно. А поздно вечером с плюс 15 похолодает до плюс 11 и без осадков. Белорецкий Абзаково плюс 8 градусов. Ночью плюс 17 днем, и здесь будет пасмурно, но без осадков. В Сибае всего плюс 9 рано утром, днем плюс 22 и временами солнечно, без осадков. В Челябинске днем плюс 17 градусов, временами будет солнечно и без осадков. На этом у меня все, но я желаю вам теплой, удачной и продуктивной середины недели. До завтра!